Теперь к происходящему в Донбассе. 32 раза украинские силовики обстреливали территорию ДНР. Таковы данные Министерства обороны провозглашенной республики о нарушениях за сутки. При этом дважды огонь по населенным пунктам открывался из артиллерийских установок, которые должны быть отведены от линии соприкосновения сторон. Кроме того, использовались танковые орудия, минометы и гранатометы. В военном ведомстве также обеспокоены переброской в Донбасс американских наемников. Власти ДНР расценивают это как грубое нарушение минских договоренностей. По имеющимся данным, на контролируемой ВСУ территории, а именно в Волновахе, обнаружено присутствие 70 представителей частной военной компании «Академия». Ранее данное вооруженное формирование носило название «Blackwater». Организация известна тем, что выполняет прямые заказы Госдепа США в горячих точках, занимается контрабандой оружия.